Всем привет! Сегодня мы продолжаем смотреть постройки моего подписчика Максима. Еще есть вот такой вот домик. Он тебя съест, так что советую уйти. Надо о таких вещах заранее предупреждать. Что тут есть? Начнем вот отсюда. Гараж и... Вот. Кстати, оцени дверь. Прикольно. Я над этими дверьми старался очень сильно. Это что нарисовано? Я не разбираюсь в таких... Машинка. С квадратными колесами? О, тут секретка с порталом. Да. Ну да. А вы ее нашли, кстати. А вот. Это что? А, я вот не знаю, она прикрепилась, короче, к нижним блокам, поэтому не едет. А, понятно. Тут еще лесенка наверх есть. Какая-то странная лестница. Согласен. Вот, тут компьютер и бильярд. О, можно в Roblox поиграть? Так почему я сижу так далеко от компьютера? И где клавиши все? Ты вообще где провода? Ничего не подключено. Ну, беспроводная клавиатура, мышка, что? А как это играть? Не знаю. Тут вместо дырочек кубики. Берешь, качаешь Майнкрафт, либо Roblox играешь. А почему здесь стенки нету? А потому что тут... Проход, да, секретный? А, тут пройти нельзя, да? Ладно, пошлите в сам домик. Ну, я сейчас вот стенку удалю. Мне интересно, какой механизм у тебя стоит на бассейне. Идем к домику. Начнем с бассейна. Сидеть. Можно от первого лица вид сделать и на самую глубину зайти и посмотреть наверх. О, да, как будто я реально в воде. Вот у всех что-то с бассейнами такое классное происходит. У Обамы в бассейне был специальный механизм, который создавал то, что ты как будто плаваешь на воде. Да-да-да, я видел. А вот здесь как будто ты смотришь наверх, и ты реально в воде. Ну да, я смотрел все твои ролики, я знаю. А вот здесь? Это для самых маленьких? Угу. Это для людей чуть побольше? Это для самых больших. Ну, пошли дальше. Здесь можно сидеть? Да. Почему я ноги вверх поднял? Ну, гимнастика, разминка. Вот здесь получше. Вот это самое лучшее место, тут и мороженое есть, и зонтик. Почему вы все мою задумку не так понимаете? Это напитки. Напитки? Да. А, я думала, это разноцветное мороженое. Все думают, что это какой-то лед, там, не знаю. Тут, короче, не буду говорить, что это такое. Дверь открыть-закрыть нельзя, да? Это... Вот. Я могу объяснить, что это. Что? Это точно-точно одинаковые торты, которые стоят на обсидиане. Так, здесь магнит есть. Который просто лежит. А вот тут механизм с дверью даже есть. Который почему-то не работает. Где? Вот тут был. А? Вот. Можно наверх подняться. Стоп, а что это тут за пружина стоит? А тут механизм с дверью, которая должна автоматически закрываться, но почему-то он не работает. Он даже не открывается. Ну ладно, пошли. А что это за такой? Чё? Лифт какой-то странный в воздухе. Что ты там увидел? Так, здесь что у нас? Не знаю. Фейерверки дома. Да. Телевизор, который стоит на стекле. Ну да. Еще в рычаге. Ну хотя бы камин тут хороший получился. Так, почему доски так высоко? Почему сверху нету прохода, да, чтобы дым выходил? Не знаю. Ай, критикуют. Они греются. Правда, огня нет, ну ладно. Близнецы? Да. Ладно, ничего не сказать. Тройняшки. А тут смотри, тут вообще кайф. Я еще разбиваться не хочу. Вот. Могу танк показать. Я думаю, у меня много построек из своих видео есть, но я думаю, нет смысла их показывать. Ну, спусти-ка его. Красивый танк. Опускай его, опускай. Ладно, правда, на радио управление. Он на меня упал. Куда? Куда танк угнали? Танк куда поехал? Стоять! Ой-ё! Что с ним? Вот у нас танк странный получился. QE вперед. А где камера? Вот. Вот есть еще В для пушки.
А как ехать-то? QE, зажимай. QE это вращение башни. Че? Значит, Т. Как ровно проехал-то? Чтоб я проехал? Между фонарей. Да, между двух фонарей вот тут проехал. Я проехал между фонарей? Я подумал, это баг какой-то был. Зачем я между двух фонарей так красиво проехал? Я теперь отсюда выехать не могу. Назад, зай. Вот тогда проедешь. Вот теперь. Я вот что. Я столько пытался проехать. Вот здесь очень, очень круглый круг у тебя впереди получился. Ура. Там, там сколько блоков? Где? Если пушку. Только не у меня. Ну, там одна пушка. Есть еще даже лазерный прицел. Сейчас я на В нажму. Из пушки целится сразу. Фу. Прикольный танк, только... Давай ты им поуправляешь. Хорошо. А так он хорошо есть. Ой, я думал, я на камере сижу, потому что ты на камере. И решил прыгнуть. Нет. Давай ко мне, спасай меня, на базу надо. Что ты на меня этим прицелом целишься? Ай, слишком сложно. Почему не лагаешь? Ура, я почти до тебя добежал. На этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Угеймс. Всем пока.